Федерации, согласно закону. Вот и все. Ясно. Мы просто проверим у всех документы и все. Хорошо. Это только наша работа, кто-то должен нас понимать. То есть это вам не какие-то тут препятствия. Так, здравствуйте. Нет. Да, мы просто проверим документы. Да, пожалуйста. Лучше бы мы еще были в Казахстане, но мы только порадовали. Лучше бы мы еще отрапортовали, что здесь такая опасная. Все в порядке? Да.